Здравствуйте, друзья! Меня зовут Вениамин Смехов. Я автор композиции и режиссер, а самое главное, я участник спектакля «Веселое имя Пушкин». В этом спектакле звучат голоса многих прекрасных людей, которые открывают Пушкина с разных сторон. Моя забота как режиссера в данном случае и как актера вместе с моими замечательными партнерами поделиться, подивиться, удивиться, изумиться и еще раз получить редчайшее удовольствие вот от этого спектакля, в котором звучит музыка русского слова Пушкина. В самом спектакле для осмысленного гражданина России очень много, по-моему, важного и интересного. Это парадокс Пушкина. Человек, который ничем не виноват, кроме того, что он великий поэт. Спасибо ему говорили редко, а зато наказывали за то, что он был великий поэт, часто. Ну, не за то, что он поэт, конечно, а за то, что он был дерзкий, вольнолюбивый, каким бывали все наши с вами прекрасные кумиры искусства. За каких-то 20 лет реальной работы 3 ссылки, гонения, интриги и, наконец, дуэль. А он был открытым, а он был веселым, а он был влюбчив. И в этом спектакле перечисляются множество имен из донжуанского списка этого необычайного, красивого душой и некрасивого внешностью человека веселья духа и мудрейшего разума. И в этом спектакле звучит рядом с голосом Пушкина и очень много шутливого, дерзкого и негативных высказываний об Александре Сергеевиче и в его жизни, и после. Интересно соединить все это и интересно услышать, как актеры справляются с этими парадоксами. Буду очень рад, если вы пожалуете на спектакль «Веселое имя Пушкин» 12 октября 2019 года в Большой зал филармонии Санкт-Петербурга.